Ну и ну! Сколько же шуму было из-за этого парка! Говорили, что здесь только волшебства, а ничего волшебного я не вижу. А ты? Полностью с тобой согласна. Обычная детская площадка, точно такая же, как у нас во дворе. Ничего волшебного в ней нет. Обманули, как всегда. Так а чем же тогда займемся? Вновь кататься на вот в этих лошадках? Надоели они уже. Все детство на них катались. Помнишь, нам мама с папой точно такую же подарили. Совсем неинтересно. А говорили, волшебство, волшебство. Никакой магии здесь нет. Может быть, тогда пойдем с горки скатимся? Или давай покачаемся на качелях? О, смотри, напитки! Подходи, не стесняйся. Может, вы чего-то желаете? Вот это да! Пойдем скорее. Может быть, нам что-нибудь подарят, как первым посетителям, пока другие детишки не пришли. Конечно, пойдем. А вдруг нам повезет? Здравствуйте, тетенька. Здравствуйте. А какие напитки у вас есть? И дорого ли они стоят? Дорогие мои, сегодня самый волшебный, любое ваше желание будет исполнено. Это самый лучший день в вашей жизни. Здорово! А почему же у вас нет мороженого? Как это нет мороженого? Будь повнимательнее. Гляди, вот оно, прямо перед тобой. Что, я совсем позабыла про мороженое. Но сейчас оно непременно. Вау! Это что, действительно волшебство? Да, мой мальчик, это действительно настоящее волшебство. В день открытия парка. Вы можете пожелать все. Как же здорово! Тетенька, а я бы хотела себе плюшевого мишку с голубой шерсткой. Это возможно? Моя дорогая, конечно, сию же секунду. Тетенька, огромное вам спасибо! Братик, смотри, какой у меня замечательный медвежонок! Ой, тю-тю-тю! Какой ты сладкий мишка, такой пушистенький! Ты будешь спать со мною в кроватке. Я буду рассказывать тебе сказки. Ты будешь моим другом. Оказывается, не обманули. Парк-то волшебный. Тетенька, мне мама с папой никак не могут подарить собачку. А могли бы вы мне ее подарить? Пожалуйста. Вежливый мальчик, я могу абсолютно все. Какой же ты замечательный песик. Я назову тебя Дружок. Может, вы еще чего-то желаете? Сегодня единственный день, когда я могу исполнить любое ваше желание. Тетенька, спасибо вам большое. Вы исполнили наши самые желанные желания. И это все? Да, тетенька, мы больше совсем ничего не хотим. Вы нам подарили замечательные подарки. Еще раз огромное спасибо и хорошего вам дня. Спасибо вам большое, тетенька. Вы действительно нас осчастливили.
И вы действительно настоящая волшебница. Дружок, пойдем домой. Какие замечательные добрые детки. А говорили, что в этом мире не все так радужно. Я сомневаюсь. Эти детки совсем не алчные.